Приветствую всех зрителей канала в игрушке Far Cry 3. И у нас с вами концовочка уже, в принципе, игра-то пройдена. Или же нет, или же вы увидите это видео до того, как выйдет концовка. Посмотрим. После первого захвата аванпостов, в принципе, я сохранил весь набор оружия, кроме первого пистолета. Мощный я все скинул, потому что, ну, мы же посмотрели на него, посмотрели все. Либо же можно было бы взять с глушителем тот же самый пистолет. Но деньги, у меня их пока что нет. Да и после окончания, наверное, или же попрохожу миссии, не знаю, остаточные. Может, подкоплю. Короче, глушитель мне нужен для того, чтобы снимать сигнализацию. По стандарту смотрим, что у нас где. Нет ли снайперов. Есть минимум два. То есть мы не знаем сколько. Хрен ли я тут тактику рассуждаю, непонятно. Так. Я сюда даже не вижу, блин, ладно. Она хочет бросить меня! Меня! Надо подходить ближе. Толпа сейчас пойдет искать нас с той стороны, соответственно, сразу же отбегаем, бросаем эту позицию. Главное успеть до момента, когда нас пойдут искать. Есть проход. Нифига. Ты сможешь, друг, сможешь. Я же только слышал. Что случилось с сигнализацией? Неизвестно, что с ней стало. Так, вот этих бы всех отвлечь, чтобы снять... Пробуем. Никто даже ничего не заметил, серьезно. Ну, по оружию против двух броневиков у меня все плохо. Это серьезно, что ли? Так, выбегаем отсюда. Ну, вообще, у меня есть дробовичок. В принципе, я спокоен. Когда найду, кишки выпущу. Ну, когда найдешь. Так, давайте-ка попробуем вот что. Оружие немножечко странно себя ведет в плане того, что стреляет куда-то ниже прицела. Так. А что ты материшься, чувак? Где он? Так, остались у нас два броневичка, да? Куди? А ты что подняться-то не сможешь? Жирненький слишком.
руки, он мой. Чекотно. Чекотно, да? Все? И это все? Да. Пистолета нет. Не думаю, что есть смысл. Ладно. С другой стороны, от этого автомата тоже нету. Майкл Джексон, ты ли это? Все, возвращаемся к нет, да. Он же сюда идет что-то? Ну, мы же знаем, как это делается. Нет, возможно. И перемещаемся на следующий аванпост. Второй аванпост у нас и... Во-первых, по пути мне неплохо так наваляли, потому что я так понимаю, что это последний оплот пиратов на этом острове. И все они сосредоточены сейчас именно здесь. Первый момент. Второй момент. Здесь медведи какого-то хрена водятся и дают... неплохие впечатления игрокам, будем называть это так. Ну, пожалуйста. Неплохо будет посетить это место, но после захвата... Нифига. Как он знатно меня палит. Черт. Есть у нас тут собачки. Сраные повстанцы, подавитесь этой дырой! Так, вижу собаку. Сраные жуки. Боже мой! Так ощущение, что медведь прискакал. Очень-очень аккуратно подвигаемся по скалам к... Опачки. Здесь у нас двойное веселье. Ha ha ha!
Так, снайпер бежит, радуется. Да поднимись. Ага, понял, чувак. Походу тигр там всех. А, ну да, вон он. Сейчас подождем, пока наши приедут. У меня желания к тигру прыгать вообще нету. Оп-оп-оп-оп, я только хотел... Что? Мы его завалили? Смотрите в оба. Никто не должен отбить у нас аванпост. И вот таким вот простым образом мы освободили остров Ватса от злобных уродцев в красных одеждах. Кстати, одежды у меня нету после прохождения игры. Одежды наемника какого-то хрена. Поэтому меня опять все узнают. Вновь. Так, здесь должен быть, ну, а, вот, все вижу. В общем-то, ребятки, на этом на сегодня все. И пройдем мы с вами в следующей серии. Так, или давайте сначала сбегаем вот на вот это вот ZDR.ru, глянем, что это такое. На следующей серии глянем вот эти вот миссии. У нас их здесь три на этом острове. Раз, два. Где третья? Третья. Сразу же к... Начало следующей серии подготовимся. Так, все вижу. Сейчас будет интересно посмотреть, есть ли пираты, которые катаются туда-сюда, потому что аванпостов-то у них нет. Что они тут будут делать? Прям чисто к месту. Но вообще, надо было бы сюда со снайперкой прибежать, мне кажется. Нет, мне просто кажется. Позиция хорошая, снайпер. Снайпер тоже неплохой, а вот прицел подводит. Мне парашют сработает, интересно. Давайте попрощаемся на этом моменте.